Как познакомился с Кариной? Нашел, откопал. Из-под земли достал. Нашел просто. Перстень стоит под питч. Евро. Когда сбреешь дреды? Я думаю, что пока еще не скоро, но может быть наступит тот день, когда они меня заебут. Фита с Макса Кримом не будет, скорее всего, потому что он просто сделал мне шадаут, сказал, типа, то, что я его один из самых больших фанатов, кинул мне Gang Signs, Crips, короче, мне очень это порадовало, мне было приятно безумно. Как попасть в Haunted Family? Даже не знаю, что вам сказать. С дредами хожу, да, давно уже. Да я их подстригал. Я помню, у меня были типа длинные, потом я их состриг, стали короткие, сейчас опять отросли. Слушаю, с Жаком Энтони не будет фита. Вы вообще насчет Жак, конечно, блядь, удивляет меня, пиздец, блядь. Что-то меня расстраивает. Он, блядь, сначала, блядь, я в 2013-м, блядь, делаю песню «Как делай как надо». Он издает клип «Делай как надо». Потом я делаю трек 24/7 в 2014 или 2013 году. Сейчас у Жака выходит клип, блядь, 24/7. Я чуть-чуть не понимаю этого прикола. Как бы, что, самого своего ничего не может придумать или что? В чем прикол-то, блядь, пиздец? Цыганские косички хочу сделать, думаешь, нормально будет. Ребята, не всем идут дреды, не всем идут африканские косички, вообще косички и все эти такие прически. Они идут только определенным людям. Смотришь футбол. Пошел нахуй со своим футболом. Пошел нахуй со своим футболом. Уёба. Не, я не люблю футбол, пацаны. Вообще его не люблю. Слушай, нихуя не спортивная игра, блядь. Да не, может она, не, почему спортивная еще какая? Ну просто... футбол пиво пропагандирует, все фанаты футбола ебашатся, дерутся, в баскетболе такого нету, в хоккее нету, там нету. Да не, в хоккее, кстати, пиздится прямо на... Сами игроки пиздятся, но болельщики не пиздятся, это нормально, я сам в хоккее играл, а сам пиздился, это нормально. Это правилами не запрещено в хоккее. Там а фантики не пиздятся? Там нету в хоккее, хоккейных фанатов нету? Есть, яр. Но не ебашится так, как в футболе. Нет хоккей такого. Любишь. Ну, я вообще все виды спорта люблю, вот кроме футбола. Я не знаю почему. Не знаю. Привет. Сатива... Нет, это полу... Это гибрид сатива индика. У меня 1.80 метра с чем-то рост, пацаны. Я неплохо играю, да, в баскетбол. То, что я показал в клипе, это 2% того, чего я могу с мячом. Просто так. Я уже давно не играл. И... Да. Хотелось бы, конечно, вернуться. Я курю Purple Lemon Cookies, пацаны. Lil Morty, не знаю, кто это такой.
альбом Булю Депо. Я обязательно прослушаю, если вы говорите, что огонь. Послушаю обязательно. Хотя не уверен. Я не уверен в этом. XXXTentacion нахуй вообще не вкатывает вообще ни в одном месте. Из новых мне очень понравился вот этот пацан. Бля, я прям охуел вообще с него. Сейчас поставлю вам. Бля, да. Смотрел я клипы все новых пацанов, и, ну, как бы, окей. Я, ну, все видел, пацаны, все смотрю, за всем слежу, что делают, не переживайте. Столько, бля, рэперов новых, такое количество, новая волна, да, рэпа пошла, и вот среди них единицы, кто что-то умеет, да, потому что, если вы не забыли, хип-хоп начинался не с 2000-х и не с райдер-клана, хип-хоп начинался с, бля, совершенно других ребят. И вы их все пропустили. Вы пропустили всю классику почти, понимаете? И растете сейчас на новой школе, а не на старой. Слава КПСС слышал, да, там один трек у него какой-то грязный там есть, где он там грязь какую-то говорит. Но я не запомнил особо, надо послушать. Ну, уважение всем, кто рос на старый. В старой школе тоже надо разбираться, ребята. Томас Мразь.
поет парень, да, там что-то поет. Ну, кому нравится, тому нравится. И я не могу сказать, что это там мусор какой-то. Он поет, пацан. Ну, пусть поет. Ты хип-хоп эстет, может быть. Магадан. Как тебе Smoke Perp? Smoke Perp — это пушечный тип. Smoke Perp — это пушка, пацаны. Вы что, сумасшедшие, что ли? Smoke Perp — это будущее, блядь. Я бросил сиги курить, почти не курю. Да, в детстве я слушал «Восьмую милю» и еще там пару треков его. «Lil Pump» не очень мне нравится. Алкоголь пью, но очень редко, безумно редко. А, еще вот такой парнишка появился. Может, сейчас я вам поставлю трек. У него один клип только на YouTube, но мне пиздец как понравился. Даже несмотря на то, что там автотюновое дерьмо. 3 месяца назад уже у него 500 000 на... Мне кажется, он рванет скоро. Я знаю лично Чемодан Клан, это нормальные пацаны.
правда, что Джикей была леток, ебёт. Я не знаю, это у него спросите. ЕГЭ сдавал сегодня? Конечно, каждый день сдаю. Да, конечно, почитаю, что вы пишете, у меня пиздец. Суисайдов, конечно, последний тег вообще в ахуе, блядь. Разъебос полный. Don't get high on your own supply. Yeah, but it's about coke. It's not about weed, bro. Посоветуй пару аниме. Да слушай, куча аниме, зайди и посоветуй себе сам. Уроки учить правильно, молодой. У меня есть райтеры в Haunted Family. Зовут Unfamous Player. Он неплохо бомбит. Вес тут по-разному стоит, можешь от 3-5 евро вырубить шишку там до 50, смотря где будешь покупать.
жарко пиздец. Очень-очень жарит до солнца. Собаку попозже обязательно возьму. Какое плохое зрение, мне уже солнце светит, если очки один. Почему камень, сколько градусов? Кореш с Волжского, да, кореш с Волжского есть, да. Так не травись, лучше не курить ничего, не? Зачем курить мусор? Лучше ничего не курить. Занимайся спортом. Блять. Куда ты путешествовал? Я бы много куда путешествовал, но пока я делаю документы, а не в процессе. Приеду и в Эстонию, и в Прагу, пацаны, и в Киев, везде. Каждый день по соточке, по 150 раз. Немного, просто так, чтобы в форме быть. Что с качеством? Санёк в Альмерию поехал, но он сейчас опять приедет на денёк. На денёк вернётся. Как относишься? Передай маме привет. Бля, маме привет твои передаю. Маман, привет. Да какой вкус. Бэк, вот посоветуешь, слушай. Все они хороши. Тарасов, это друг Благова. И, собственно говоря, они Благовы. Привезли сюда, так что я безумно им благодарен. Фейс пора.
Раша, инфосос. Ребята, вы надоели, реально. Ну, слушайте, кого вам хочется, мать твою. Хотите слушать Фейса, бля, слушайте Фейса. Хотите слушать Скриптонита, слушайте Скриптонита. Слушайте их, как бы. Я же что, я вам запрещаю? У меня будет на альбоме трек, посвященный Playboy Carti, кстати. Мир вам, ребята. Я пошел загорать на солнышке.